Материал про Павла Каминского выходил на Белсате. Вот. Павел мне рассказывал, я с ним работал, я снимал его, сам делал про него кино. Поскольку меня интересовали факты милицейского беспредела, я с этим всегда работаю. Вот я, конечно же, за него заступился и показал, осветил всю эту ситуацию. Вот. Дело в том, что этот Игнатюк и Якушевич, вот, они меня задерживали в подъезде моего дома. Вот. Они были в гражданской форме, вот, заломали мне руки, когда я входил в подъезд. А на суде сказали, что я был выпивший, шел, шатался, был не одет, а они якобы были в форме. В общем, оболгали меня. Вот. И когда был суд, судебный процесс, я подошел, значит, к нему и к Якушевичу и сказал, там, недословно, но посыл был такой, он был, значит, уважаемые зрители, смотрите, это вот Сергей Петрович Игнатюк, он избивает брещан, запомните его и будьте осторожны, он опасен, он избил Павла Каминского. Вот, и вот этот момент мне вменяют в качестве клеветы. Вот. Хотя какая здесь клевета? После того, как у меня забрали всю аппаратуру, я приехал к Павлу, и Павел уже в деталях рассказал, как его бил Игнатюк, как его бил Капуза. Какая клевета? Андраник Саакович, включайте голову. Помните, люстрация не за горами. Вы молодой, красивый, здоровый, хорошо живущий на мои налоги. Вы до нее обязательно доживете со своей семьей. Кто-то будет вами гордиться.